Добрый день. Здравствуйте. Как ваш район называется? Куйбышевский. Куйбышевский, улица? Маршала Жукова, 1772. Попадание было в вашу квартиру? Да, залетел град. Как давно? Ну, полмесяца уже точно. Месяц, полмесяца. Это именно град был? Ну да. Нашли трубу, да? Ну, приезжали, да, составляли бумаги, забрали, увезли. Это было попадание в угол дома? Вон осколки остались. Трубограда, да? Ну, да. Никто не пострадал из местных жителей? Ну, нет, дома никого не было. А вообще, вот в этой девятиэтажке сколько жителей осталось? Ну, я знаю, на четвертом этаже чуть валя, и все. Больше и все. Никто. А все повыезжали? Ну, да. Я понял. А соседние подъезды? Там люди живут, но в подвале сидят, я слышал. Света нету, да? Нету света уже. А вода, газ? Газ есть, а вода так иногда дают, я слышал. Переборные, да. Последнее время тихо здесь, на районе? Там бомбят что-то. Бомбят? Ну да.